Готовила следующий номер. Давайте посмотрим. В районной поликлинике. Вот, Ольга Олеговна, я заходил к нему. Извините, а вы мне справочку не подпишете? Ну-ка, что у вас там? Это вам начало 348 кабинет, а потом уже к нам. Ну, вы знаете, я там уже был, и там никого нет. Ну, сейчас я приду, допью чай, наверное, Терпение. Погодите, вы мне кого-то напоминаете. Повернитесь. Точно, вы к нам на укол приходили. Да, точно. Да что вы себе позволяете? А что я себе могу позволить зарплаты врача, а? Так, стоп! Я за эту справочку заплатил деньги, так что будьте добры, ее подпишите. Извините, а вы через какой вход входили? Через Вирамед. Через Вирамед, господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Начнем! В оружейном магазине! Здравствуйте! Здравствуйте! У меня возврат. Молодой человек, мы не можем вернуть вам деньги за это ружье. Да черт с ними, с деньгами, вы просто в руки возьмите! Я не буду брать! Просто возьмите в руки! На крыльце одного из московских ночных клубов. Здравия желаю, ребят. Куда собрались? Куда глаза глядят? В кучу. Наелись поди чего? Не, голодный пипец. Где работаете? В школе. Ясно. Учитель химии? Не, директор. Директор химии. Ну все ясно с вами. Пройдемте со мной. О, пройдем с ним. У него, походу, флэйра есть. Представьте, стандартная ситуация. Две девушки на море, одна не ночевала дома и вернулась только под утро. Привет. Привет. Юлька, я такая дура. Наташ, я всю ночь тебя ждала, думала, случилось что? Случилось. Я уже поняла. Да, откуда? Во-первых, ты улыбка дурацкая, во-вторых, ты сарафан задом наперед одела. Наташ, а вдруг он женат? Юля, не такой. Он мне рассказывал, что девушка, с которой он со школы встречался, погибла. И он больше ни с кем не мог. А с тобой смог? Да. Откуда ты знаешь? Неважно.
А еще он сказал, что мы поженимся. Да набрал он все. Нет, ты что, он не такой, он в Бога верит. У него на спине всякие церкви нарисованы. Все, Наташ, пойдем завтракать. Юлия Сергеевна, вы самая лучшая вожатая. В октябре Хабаровский край празднует свое 70-летие. Возможно, повод к началу празднований будет дан уже сегодня. Свою заявку на чемпионство предъявляет команда КВН «Ботанический сад». Тихо, куда вы все поехали? Сейчас я проверю, все ли в порядке в зале. Здорово. Ну что, как тут у нас дела в зале обстоят? Тихо все. Ну, если что, ты знаешь, что делать, да? Если рядом воробей, мы готовим пушку. Ну-ну-ну. Веселее, веселее. Если муха, муху бей. Ну-ну-ну. Взять ее за мушку. Что, киски есть в зале симпотные? Ладно, пойду сам посмотрю. О, первые три места и все девочки. Теннисистки, что ли? Так, девушка, встаем, не стесняйтесь, встаем. Значит, сейчас вот сюда вот проходим, руки поднимаем, не стесняемся, это обычная процедура, нормально все, да. Так, сейчас. Так, теперь вы меня. Давайте. Так. Продолжай. Присаживаемся. Значит, здесь все в порядке, нормально. Так, ладно, я пойду доложу. Сан Санович, по сравнению с прошлой игрой, в жюри изменение одно. Но значительное! Пора любви и романтики. Смотрите просто. Свидание. Значит, Галя, я позвал тебя сюда, потому что, знаешь, все эти кафешки, рестораны, это все на... Рестораны действительно надоело. Надоели. Но пасека тоже не дело, понимаешь? Случай во дворе. А ну, пацан, стоять! Нужен 5-дюймовый дисковод? Нет. И нам нет. Ситуация на лестничной клетке, воры-новички. Слышь, давай быстрее, а? Да не лезь ты под руку. Ну, поторопись. Отвали. Ну, побыстрее, пожалуйста. Ты задрал меня уже. Кто там? А мы... Кто там сейчас милицию вызову? А мы и есть милиция! Хрен возьмете, сволочи! Валим! Представьте, ситуация на входе в элитный ночной клуб. Я уже вам 2 часа объясняю. В таком виде в клуб нельзя! Посмотри на себя, мешковину какую-то он напялил. А ты, сейчас лето на дворе, он в шапке зимней приперся. Сюда люди на Мазерати приезжают, а вы 20 человек из пазика вывалили. Думаете, я не видел, что ли?
А. Не, ну мне что, шокером тебя тряхануть, что ли, а? Штурм. Следующими на эту сцену выходит команда КВН «Полиграф Полиграфыч» из Омска. Мы решили, что наш финальный конкурс должен быть ярким, позитивным и стильным. А самым стильным увлечением современной молодежи является стрит-рейсинг. Доброй ночи, тусовка! Доброй ночи, тусовка! И в сегодняшнем заезде принимает участие бешеный Майк на Ламборджини Диабло. И бомбила с Курского Анатолий Семенович на баклажановой четверке. Ну что ж, расскажите о своих достижениях. МКАД за 20 минут. С Ярославского до Курского за 2500. Ну что ж, по машинам. Анатолий Семенович, простите, а можно узнать, что вы такое пьете ароматное? Будешь? Не-не. А ты будешь? Не говорить как. Еще один вопрос. Скажите, а что это у вас сзади такая навороченная фишка? Это что, спойлер? Где? Ой, ёшкин кот, это рассада. Это... Папаша, не боишься встрять на 2 тонны баксов? И последний вопрос перед стартом. Кто вас сегодня поддерживает? Меня пришла поддержать вся тусовка. А меня мой лучший друг и сосед по гаражу. Юрий Соломонович! Вы рассаду потом заберете. Ну что ж, ключ на старт! Облава, валим, валим! Слушай, отец! Так, а что у тебя за рассада? Это не моя! Пойдем со мной. А какие проблемы? А никаких проблем. Сидим тут посреди МКАДа на стуле. Пойдем. Подожди, отдай. Внимание на мелочи. А ведь это очень важно. И иногда даже самая маленькая деталь, вроде обручального кольца, может поменять вашу жизнь. Проводит весь отпуск у телевизора. Итак, самая скандальная программа в Смоленске. Смоленские сенсации. Внимание на экран. В школах Смоленска 1 сентября отмечают по-своему.
молодой психолог нашла новый метод борьбы с депрессией. В московском метро появился самый вежливый пассажир. Была найдена причина большого количества аварий на дорогах. В Смоленске впервые стартовал сезон стритрейсинга. Вслед за Пэрис Хилтон свое домашнее видео в интернет выложил смоленский слесарь. Лен, ну давай. Отстань, мой голова. Ну, Лен, давай, а то мне сейчас батарейка сядет. Ладно. В воинской части 1204 дедовщина работает по принципу домино. Свидания с Юлием Соломоновичем обещают стать более регулярными для этих двух замечательных коллективов. Увидимся на Первом канале. Пока!